Яркие, насыщенные цвета хорошо смешиваются друг с другом. То при смешивании с белилами оно не разбеляется. Оно именно цвет делает чистым, светлым, а не разбеленным, как это вот иногда бывает в работе. И это тоже не очень хорошо. А здесь прям все отлично. У меня уже многие цвета в основной палитре, я их использую. Есть прям цвета находки. У меня столько вдохновения, и вчерашний перформанс пастелистов мне очень заполнился и запал в душу. Плюс это всегда так неожиданно. Мне кажется, как любое мероприятие MPM добавляет как-то, особенно в нынешних условиях, чувство какой-то объединенности, сплоченности. А сегодняшний совместный пленэр очень был полезен, потому что, несмотря на то, что я уже, наверное, 20 лет работаю пастелью, для меня было новое, много нового. Чувствую себя абсолютно студентом, и это так здорово и заводит.